Если должник не идет в налоговую службу, то она идет к нему сама. Это почти как акция «В Новый год без долгов». Судебные приставы и налоговые инспекторы приходят к тем, кто просрочил все платежи в бюджет. Но не с подарками, а с ограничениями. Так как являетесь руководителем организации «Автодок», вы можете мне предоставить кассовый аппарат. Кассовый аппарат? И чем? Вы должны мне будете каждые 10, вы или ваш бухгалтер главный, каждые 10 дней отчитываться. У данного предпринимателя задолженность по налогам, зачисляемых в республиканский бюджет, составляет 50 тысяч, а по налогам, зачисляемых в местный бюджет, 200 тысяч рублей. Сумма не маленькая. Владельцу автосервиса пристав вручает постановление. В документе сообщается, что налоговая ограничивает расходы по его кассе. Еще приставы и инспекторы могут изъять из кассы наличные, чтобы погасить все долги перед бюджетом. Тем более, что ведомство точно знает, сколько средств проходит через кассу. Она же электронная и сразу сообщает инспекторам, что платеж прошел. У налогового органа имеется информация по данным онлайн-касс о наличии денежных средств у предпринимателя. Жаловаться на трудный год автомастер не стал. За кадром успел сообщить, что в государственные программы поддержки пострадавшего от пандемии бизнеса войти не сумел, так как на нем уже висел налоговый долг. А к концу года он только увеличился. Пока удается только как-то платить рабочим зарплаты, но на налоги денег совсем не остается. Ну вот, к сожалению, так, потому что у меня свое отношение к этой ситуации. После первого рейда в налоговой инспекции очень рассчитывают на воспитательный эффект среди предпринимателей и должников. Платить по долгам так или иначе придется, но пока есть шанс сделать это по-хорошему. Юлия Пурнова, Николай Лушкин. Наши новости.